Если как-то так случилось, что ведете в собес, срочно пользуйтесь моментом. Вдруг таких уже не будет. Надо самоутвердиться, показать, кто батя тот. А не то почую слабость, будет вами управлять. Вспоминайте странный случай, самый вырожденный кейс, что решали вы с поддержкой почти 80 дней. И получше вы узнаете его слабые места, и туда бить продолжайте, пока он не заревет. Не робейте, позовите еще пару человек и вопросы задавайте 3 часа наперебой. Если все же мальчик выжил, испытание прошел, вы тогда его берите, будет кофе вам носить. Здесь не так. Что делать? Это я правду говорю.